Всем привет, меня зовут Тигр Кот, и я на канале Транспорт Москвы. Неважно, кто я такой, но я друг создателей канала, и он не держит меня в подвале. Приятного просмотра. Метро — это замечательная игра, про шутер от первого лица, где ты проходишь сюжет и многое другое. Но сегодня мы поговорим о Метро 2033. Это самая первая часть игры. Она была создана в 2010 году, 16 марта. Метро 2033 была поддерживалась на платформах, как Xbox 360, Xbox One, Switch, Android, Mac OS, Mori, PS4. Артём — это главный герой Метро и человек, за которого мы играем. У него есть жена Анна, но в одной части я не помню, есть она или нету, поправьте в комментариях, пожалуйста. Все начинается, что мы лезем за попкой, товарищи. Потом мы выдадим из бункера и осматриваем небо, как вдруг какой-то долбоеб берет и переворачивает тачку нахуй. Потом мы проснулись в бункере, и на нас смотрит дед. Потом мы с тиммейтом идем к двери на разведку. Там мы сразились с алкашами, и потом идем к пацанам, а их жёлко избили, как или то дебили. Подходим к одному чушпану, и он нам дает место пулик, жетон, который нам может пригодиться, когда пригодится помощь. Потом он отходит от нас, и мы уезжаем с пацанами, как вдруг нам очень плохо, все красное, все говно, короче. Там мы разговариваем с каким-то чуркой, балалалалалал, баба-баба-баба-баба. Она какое-то говно выдал, мы ушли от него, и кто-то нас искать, но мы спрятались в какое-то говно, получается. У нас разговор с дядей Васей и дядей Жорой. За что дядя Вася? Сука, твою мать ебал! Я пошел прыгать по гаражу. Ну, ебаны, блять, давайте сюда. Бам, блядь. Второй. Бам. Сипу я не люблю, нахуй пошел отсюда. Я в машине. Блять, мне капсдо. Сука, твою мать ебал. Бля, пацаны, не бейте, держите жетон, не бейте, пожалуйста. Пацаны захотели меня куда-то отвезти, может, почку мою продать. Долбоёбы, вы должны принести документы, а то вам и всем людям пиздец. Хорошо, сэр, можно после этого салатик, пожалуйста, и салютик. Иди нахуй, долбоёб, уже не маленький. Пацаны, 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 можно я первый, а и мне похуй, я салютик запустить хочу. Вот эти документы. Так, пацанам передай, что я все сделал, и я пошел салютик делать. Дебил, совсем там опасно, я с тобой, я пиво взял. Ладно, я пошел, только не выбывайся. Нахер да пояласан, отасан, хорасан, чем да пояласан.